Добрый день. Сегодня я хотела бы помочь тем ребятам, которым предстоит сдавать ЕГЭ в 2019 году. Я хотела бы посоветовать вам записаться в репетиторскую империю, потому как я сама занималась историей и обществознанием в данном центре, осталась очень довольна. Мой результат по истории — это 100 баллов, а по обществознанию — 90. Мой результат только лишь благодаря этому центру, потому что пришла я туда с нулевыми знаниями, вот, а вышла с огромным багажом. Благодаря объемным красочным презентациям познавать эти предметы будет очень интересно и увлекательно. Я уверена, что вы их полюбите. Вот. А также жесткий контроль за домашними заданиями не дадут вам расслабиться, и вы будете постоянно повторять материал, и он не будет ускользать от вас. Также очень мне нравилось то, что мы постоянно решали тесты, заучивали варианты ответов, это тоже мне очень пригодилось. В общем, можно очень долго и красочно все описывать. Если кому-то будет интересно, то напишите мне ВКонтакте, я вам все подробно расскажу. Но если в общих чертах, то, на мой взгляд, это самый лучший центр по подготовке к ЕГЭ. И мой результат тому подтверждение.